Здравствуйте, мои маленькие друзья, мальчики и девочки. Я Олеся Клоунесса, ведущая детских праздников. И сегодня у меня для вас новая, очень интересная сказочная история. Сказку, которую мы сегодня с вами будем читать, называется «Снегурочка и лиса». Жили-были старик со старухой, и была у них внучка, внучка-снегурочка. Собрались подружки в лес по ягоды и пришли звать с собой Снегурочку. Старик со старухой долго не соглашались, но, наконец, отпустили ее. Только, говорят, не отставай от подруг. Пришли девушки в лес, стали собирать ягоды. Деревце за деревце, кустик за кустик. Снегурочка и отстала. Подружки аукали-аукали, но Снегурочка не слышала их. Так стемнело. Подружки домой пошли, а Снегурочка ходила-ходила по лесу, совсем заблудилась. Поняла она, что осталась в лесу одна, залезла на высокое дерево, уселась на веточку и стала горько плакать и припевать. «Ау-ау, Снегурушка, ау-ау, голубушка, у дедушки, у бабушки была внучка Снегурочка, ее подружки в лес заманили, заманили, да покинули». Идет медведь и спрашивает: «О чем ты, Снегурочка, плачешь?» «Ох, медведушка, да как же мне не плакать? Я одна у дедушки, я одна у бабушки, внученька Снегурочка, а меня подружки-то в лес заманили, заманили, да и покинули. Слезай вниз, я тебя отнесу к бабушке и к дедушке». «Нет, медведушка, я боюсь тебя, ты меня съешь». Медведь ушел от нее. Она опять заплакала, плачет да приговаривает: «Ау-ау, Снегурушка, ау-ау, голубушка, у дедушки, у бабушки была внученька Снегурочка, ее подружки в лес заманили, заманили и покинули». Идет волк и спрашивает: «О чем ты, Снегурочка, плачешь?» «Как же мне не плакать? Меня подружки в лес завели, да одну покинули». «Слезай вниз, я тебя отнесу к бабушке и к дедушке», — говорит волк. «Нет, волк, я тебя боюсь, ты меня съешь». Волк и ушел. А Снегурочка опять заплакала, плачет и приговаривает: «Ау-ау, Снегурушка, ау-ау, голубушка, у дедушки, у бабушки была внученька Снегурушка, а ее подружки в лес заманили, заманили, да одну покинули». Бежит мимо лисичка. Услыхала Снегурочкин голосок и спрашивает: «Чего ты, Снегурочка, плачешь?» «А как же мне не плакать, лисонька? Меня подружки в лес заманили, заманили, да одну покинули». «Слезай вниз, я тебя отнесу к бабушке и к дедушке». Снегурочка слезла с дерева, села на лисичку, а лисичка быстро побежала. Прибежала к Снегурочкиному дому, стала хвостом стучаться в калитку. «Кто там?» – спрашивают дедушка и бабушка. «Это я, лисичка, внучку вашу привезла». «Ах ты, лисонька наша, ах ты, дорогая наша, ах ты, лисонька наша хорошая, войди к нам в избу. Где нам тебя посадить? Да чем нас тебя угостить?» Принесли они молока, яиц и стали лисоньку угощать. Вкусно накормили и в лес обратно отпустили. Ну что, мои маленькие друзья, а сейчас время смотреть мультфильм. Садитесь поудобнее и смотрите повнимательней. А я с вами прощаюсь до завтра. А завтра у меня для вас будет новая, очень интересная сказочная история. Спокойной ночи. Пока!